На календаре 20 марта. 20 марта 1884 года в Самарской губернии появилась своя налоговая служба, точнее ее предшественники. В тот весенний день в Самаре открылась губернская, а в уездах уездные податные присутствия. Они занимались сбором налогов с торговых и промышленных предприятий. Немалый доход самарской казне приносила плата за аренду городских территорий, отданных под устройство торговых помещений, лавок и складов, а также мест, отведенных под пароходные лесные пристани. Взимались в губернии другие виды налогов и сборов. 20 марта 1920 года в железнодорожных мастерских города Самары прошел митинг. Поводом для него послужило окончание ремонта вагонов и паровоза для эшелона с хлебом, которые должны были направить в центральные губернии страны. Кроме того, на митинге собравшиеся решили отчислить свой однодневный заработок бастовавшим рабочим Швеции. Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья и День Земли. А еще сегодня день весеннего равноденствия. В народном календаре сегодня Павел Капельник. На Руси считалось, что с Павла весна идет. А еще наши предки в ту пору проверяли, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. Это все, что мы успели вам рассказать о 20-м дне марта. Замечательного вам весеннего настроения!